Саша. Как я попала в Карелию, я здесь инструктор. Женщины, как-то так сложилось. Развлекаю всех, готовлю, матерю обязательно. У нас все хорошо. Отдыхаем. Да. То есть летом здесь, а в Питере летом зимой? Летом я в Карелии, зимой в Питере. Пить, но я не пью. Понятно. Он второй инструктор. Он родился в Беломорске, но живет в Петрозаводске. Он агроном. По специальности? Нет. О. Готовится пойти в армию. Мне даже не ищут. Ну, вместе ходите в эти походы инструкторить? Или как получается? Как поставить? Как получается? Постоянно в этом сезоне. И Костя его к нам периодически пытается пихнуть. Прикольно. То есть вы всех инструкторов знаете, потому что с каждым уже, возможно, походили с кем-то, да? Да. Я знаю много моих. Да. Знаете Багдеева? Да, Багдеев, One Love. Привет. Привет, Леха. Ага. Привет. А я, ну и военкомат, естественно. Привет, я Алексей. Я приехал в Карелию совершенно случайно, найдя... Ну, когда мне кадры сказали, что я должен пойти в отпуск, я просто загуглил, куда мне поехать, и вот так я оказался здесь. А откуда? Я из Москвы. Диджитал продюсер в рекламном агентстве. Ну, звучит красиво, но непонятно. Дима, отдыхаем в Карелии, сейчас 22-й год. Очень классно, классная речка, хорошие пороги, все супер. А из какого ты города? Город Москва. С автомобилем. Ты автомеханик? Создаю к ним состоянием, чтобы оно было всегда приближенное к идеалу. О. Из Саратова. Ну, вообще родился в Боре. Таксист. Почему приехал? Может, что здесь? Согревают. Куда еще ехать, как не в Карелию? Да, все закрыто, за границы закрыто. Так бы в Турцию поехал. Нет. Я из Москвы, а вообще из Саратова. Я руководитель отдела по работе с клиентами в логистической компании. Люблю путешествовать. И такая некая белка-путешественница, особенно вот такие вот классные дикие места. У нас вообще офигенная компания. Все совершенно разные, с своими особенностями, приколюхами и так далее. Пока все очень нравится. Первое, она не заметила. Завтра закрепишь, да? Закреплю еще как. Ксений, я из Саратова. Компания хорошая, пороги тоже. А мафия? Мафия тоже. Замерз? Ничего? Нет, мне дали термобелье, и я теперь тепленько хожу. Короче, несмотря на то, что даже подмерз, не жалеешь, да? Не говори себе. Будешь завтра на пороге кататься всеми? Кататься где? Ну вот, на те пороги, которые вот. Вон там? Да. Да? Планируешь? Яме? Да. Будем, да, будем. Короче, будет яму месить. Будем, да. Ну все. Все вместе. Никита. А из какого ты города, Никита? Я из города Москвы. Ты в первый раз в Карелии? Вот. Да, я в первый раз в Карелии. И вообще первый раз иду на сплав. Вот, мне сюда пригласила Диана. А, мне здесь... Диана. Вот Диана. Короче, она заставила парня сюда пойти. Нет, я больше с тобой не буду. Что, как тебе впечатление? Вот интересно знать мнение человека, который первый раз в бане. Ну, это здорово, это новый мотор. Дима, Диана, мы из Москвы, родом из Саратова. Как у нас? Диана говорит, хорошо, а я говорю, водки нет. Диан, где мы работаем? А, да, она умирала. Я... Извозчик, Диана, школьник. Но ты еще гитарист на полставки. Да. Сегодня, да. Спокойно. Но мне не платят. Даже водкой. Ну вот да, кстати. Я Александр из Химок. Приехал в поход. День идем. Очень все нравится. Все отлично. Я работаю инженером на заводе. Ага. Ольга, я из Москвы, работаю в банке, в службе экономической безопасности. Мне кажется, у нас очень гармоничный поход, отличные пороги, отличная компания, и погода, я считаю, нам очень благоволит. Так что все здорово. Надеюсь, и вторая половина будет такая. Ну, хорошо, смотрите, сколько грибов насобирали вместе с Ольгой Александром. Вот, смотрите, это все вот собрано. И вот это тоже. Я Ира, я из Москвы, студентка художественного металла, тоже, считай, металлообработала в поход для того, чтобы разрядиться, наполниться какой-то энергией в свободное от студенчества. Вот. Андрей из Москвы, приехал оторваться от цивилизации, надоело, честно, город угнетает, а здесь всегда душа отдыхает, и обычно сюда приезжают хорошие люди.
Вот, а общение с хорошими людьми заряжает энергией надолго, и приезжаешь в Москву, удается потом эффективно работать. А кем ты работаешь? Я работаю металлообработкой, занимаюсь, изготавливаю оснастку для промышленного оборудования. Ты токарь? Нет. Здравствуйте, люди, зовите меня Миша, меня узнает та же, тот голос мой услышит. Готовился. Приехал в Карелию уже раз, наверное, четвертый. Вот, мне здесь нравится, со Стеллой все время. А я работаю программистом, да, айтишнике. Но еще и блоги вот люблю вести, поэтому вот записываю все, что... Я работу, короче, я с одной работы уволился, но очень устроился. Выпал свободное время, вот приехал в Карелию. Что-то. Мне здесь нравится, здесь... А пороги хорошие, интересные. Интереснее, чем наш полярный край, а? Не тошнит на пороге? Не только наедает, а так все нормально.